Ну, потрясно же, потрясно! Какая красивая какая картина! Ну, Кате не понравилось, почему-то горит, ну типа ты слишком стрёмный на ней. Да где я стрёмный, где я стрёмный? Потрясная картина, мне нравится! И тем более, если вор заберется в мою квартиру, то только эта картина сразу же его отпугает. Нормально, мне нравится. И кстати, не все-то так просто с этой картиной. Здесь еще есть проход, а здесь стоят невидимые блоки. То есть я могу вот с этой секретной комнаты смотреть на лестницу. Это я сделал вне серии для того, чтобы у меня было больше возможностей дать отпор вору. А чё так дует, не могу понять, а? На улице день, вроде как бы... Не, ну там холодновато все же, но чё так дует-то, а? Откуда дует? Ну отсюда дует, ну такое ощущение, как будто где-то окно открытое, сквозняк. Откуда заходит воздух куда-то за... А кто окно разбил? Кто окно-то разбил? Ты... Осёл, ты! Осёл! Чё за... Ёперэсэтэ, ты чё издеваешься, крендель ходячий? Опять ты! Опять ты здесь, да? Ты смотри на него. Уже третья серия. Я никак не могу от него избавиться. В первой серии вообще Мия была. Но с Мией я разобрался. В предыдущей серии снайперов я ее... Мия, походу, больше не будет неправильные выборы в своей жизни делать. А вот с тобой, Крендель, даже не знаю, кто такой. Разобраться нужно. Ладно, я даже это окно закрывать не буду. Ничего, я прямо сейчас спущусь в подвал. Мы сами забабахаем новые какие-то ловушки. Опа, это все заберем. Опа, опа, это тоже все заберем. Ничего страшного, ничего страшного. Я-то продумал все ловушки уже до серии. Поэтому все хорошо. Это я прямо сейчас заберу. И мы сейчас ему забабахаем парочку новых таких троллинг-ловушек. Но перед тем, как мы начнем это делать... Подпишись, пожалуйста, на канал. Кто не знает, я каждую серию собираю банду своих подписчиков. Чем нас больше, тем больше нашей силы, и тем меньше воров проберется в мой дом и сворует вот ту картину, которую я сам себе же подарил. Поэтому подпишись, пожалуйста, на канал, если хочешь, чтобы я с тобой так же сделал, как с этим вором в следующий раз. Ой! Не только вор покушается на мою шкуру, а еще и бандюганы всякие! Тихо! Ломаем вот эти все блоки. Опа! И ставим сюда липкие поршни. Вот так вот. Главное, чтобы я сам отсюда смог выбраться. Я сейчас еще сделаю лестницу, поставлю сюда лестницу, чтобы ему облегчить попадание ко мне в дом. После этого он зайдет вот сюда, а здесь будут появляться поршни, которые не дадут ему пройти, потому что я сюда на эти поршни еще поставлю песок-душ. Сюда поставлю электрический забор, вот так прям полностью. Он вообще никак здесь не сможет пройти. Он зайдет в эту комнату, где увидит мою харю. Ясный фиг то, что немножко испугается, но ничего страшного. После этого он пойдет вот сюда. Но здесь я поставлю обрушающийся пол. Забираем все палочки. В первую очередь я сделаю ему еще лестницу, чтобы он все же забрался. Лестница сюда, мне кажется, 9. Хотя давайте еще сделаем 3. Вот сюда. И сейчас сделаем обрушающийся пол. Я, честно, не знаю, сколько нам там нужно будет. А вот этих блоков, но давайте сделаем вот так. Сколько? 15! Мне кажется, хватит. Выбегаем на улицу. Вот сюда закрываем дверь и топаем в ту сторону. Где ты, Чубзилет? А, смылся уже, да? Ждешь ночи, пока она наступит. Сюда. Опа. Ставим лестничку. Мне кажется, то, что в принципе должно хватить, если я все правильно рассчитал. Он бежит сюда. Здесь я сейчас ломаю весь пол. Тек, 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 тек. И вот так. Прекрасно просто, он провалится туда вниз. А чтобы он точно не смог это обойти, я сюда поставлю парочку вентиляторов, которые будут его точно сдувать сюда в центр. Даже если он захочет это все перепрыгнуть, эти вентиляторы 100% сдуют его на вот этот провалющийся пол, и он упадет туда вниз. Ёханый бабай, нужно частенько бегать в подвал, потому что я всегда забываю... Главное самому не шандарахнуться. Я всегда забываю забрать... То рычаг, то еще что-то, то еще что-то. Ну, как бы вы понимаете, то, что он просто там не шандарахнется, да и все. Мы с вами пойдем на первый этаж, потому что он провалится вот именно сюда. А здесь я поставлю опять забор, чтобы он туда даже не вздумал пройти. Сюда я возьму баррикады, забаррикадирую вот это. Здесь, в принципе, ему тоже не нужно ничего будет. Он знает то, что здесь подвал, поэтому он пойдет наверх. Сюда я поставлю вентиляторы, а сюда... Опа! О, он, опа, так, подождите, да, чё ж-то так сложно-то пройти?
намучается он здесь, вот так. А я буду вот там сверху бить его электрошокером. После этого всего он поднимется сюда наверх. А здесь я для него сделаю еще раз очередную небольшую ловушечку. Подождите, вот сюда, сюда. Сейчас вы все поймете, что я здесь сделаю. Я сюда поставлю поджигающие блоки. Он здесь будет подходить, а эти блоки будут поджигать ему сракотанцию. Как это все будет происходить? А вот смотрите, все очень и очень и очень просто. Делаем нажимные плиты ставим вот сюда. Оп, оп, ай, и туда, ай, ай. Ему нужно будет пробежать вот это все, и вот... Ай, сам себя поджег! Какая будет финальная ловушка, которая не позволит ему забраться в мою комнату? Точнее, не ловушку, а обманка. Перчик, здорово, опять кость грызешь! Я заберу... Подарочек от Катюхи. Палочка такая, зубочистка большая, которая разнесет этот дом в клочья, если я неправильно ею воспользуюсь. Я ее возьму прямо сейчас. И какая у нас будет приманка? Командный блок. Золотые монеты. И на всякий случай возьму невидимое зелье. Опа, отсюда выбегаем. Здесь закрываем дверь баррикадами. Вот сюда. Он попадет сюда. Но, где золотые монеты, слепошара Эдисон, без очков снимаешь? Я сюда поставлю золотую монету, сюда поставлю золотую монету, сюда, сюда. Ой, отстаньте от меня, пожалуйста, мне тут нужно дом свой безопасить. Все, вы ушли? Спасибо. Он будет клевать на вот эти золотые монеты, и он будет их забирать. Я поставлю золотую монету сюда, сюда. Сюда и вот сюда. Он же жадный, 100%. Поэтому он будет собирать эти золотые монеты до вот этого места. Здесь у нас будет моя финальная ловушка. Верстачок! Верстачок ставим вот сюда. Железные блоки. И мы с вами, ребятки, прямо сейчас сделаем, ну, немножечко так заборчика. Всего лишь немножечко. И поставим его вот сюда. Вот так, вот так, вот так и вот так, чтобы был только один сюда вход. Чтобы он отсюда вообще никак не смог выбраться. Сюда не хватит? О, прям, как раз хватило! Как раз хватило! Отсюда, как видите, он вообще никак не сможет выбраться. Но я сюда поставлю командный блок. Опа, доставься. А сейчас мне нужно придумать команду, которая закроет за ним двери, когда он наступит на этот командный блок. Сюда мы также, ребятки, с вами прямо сейчас поставим... А у меня дерева больше нет! Ёшкины матрешки, дайте деревцо, пожалуйста, одно. Я вот только вот это срублю. Опа! Вот так, спасибо. Идем сюда и сделаем еще одну нажимную плиту. Он уже сейчас должен будет прийти, потому что уже ночь на дворе, поэтому нужно быстренько это все закончить. Сюда берем нажимную плиту, ставим на командный блок. Опа, вот так. И сюда мы с вами еще поставим три золотые монеты, чтобы у него точно проснулось желание забраться в эту комнату. Как только он заберется сюда, в эту клетку, как только он нажмет на вот эту нажимную плиту, сзади него закроется забор. Чтобы вы понимали еще раз, мы идем сюда. Опа, сзади него закрывается забор. А потом я выбегаю со своего дома, с одного кармана достаю ракетницу, с другого кармана достаю двухметровую ракету, заряжаю это все, чик-чик, и разрываю бандита на кусочки. В принципе, все очень даже просто. А сейчас мы будем его ждать. Мне кажется, он уже там должен подниматься на втором этаже. Ой, так, всегда забываю. Побежали, 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 побежали. Ёханый бабай, как все сложно. Сам на... Ай! Тихо, 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 тихо. Выпиваем зелье. И ждем бандюганчика. Бандюганчик, бандюганчик. Давай забирай. Опа, 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 опа. Здорово. Здорово! Так, где мой электрошокер? Вот где он. Ага, ага, и шо? Шо ты будешь делать? Ага. Ай, да-да-да-да-да, током бьет, током бьет. Давай ты запрыгивай сюда, запрыгивай, я тебя уже здесь жду. А, да-да, он обходит, его бьет током. Давай, забирайся вот сюда, забирайся. Опа! Ай! Ага, ага. Ага, ага, да, и ка. Чё, всё? Не можешь залезть, не можешь залезть. Давай, давай. Да он, мне кажется, сейчас там даже просто сдохнет. Ань, ты смотри на электрошокером по лбу. Сюда он точно не пойдет, потому что здесь электрический забор. Опа! Оцени картину, искусство. Ну как, мне кажется, ему нравится. Катюхе почему-то не понравилось, но мне нравится. Хотя мне как... Слушай, не пялься на меня так!
жопа воровская! Ты чё делаешь? Картину вернул на место! Картину вернул на место! Вернул! Опа! Все, вентиляторы нужно выключить. Один выключаем, второй выключаем. Где он? Опа! Давай, 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 давай. Вот сюда, миленький. Давай сюда. Топаем, топаем. Он сейчас 100% пойдет на второй этаж. Я здесь включаю уже вентиляторы. Опа. Опа. Сейчас заберемся вот сюда. Закрываем это. Он спалил мое место секретное. Иди сюда! На, электрошокером по лбу! Где ты? А он и так даже не может забраться. Мне даже незачем его электрошокером бить. Бедный бандит. Ах, ты забрался! Забрался! Вы только посмотрите на него. Сейчас, дайте я вот это перепрыгну. А, ну что, давай, давай вот сюда. Давай, миль. Да там ничего нет в этой комнате. Там туалет должен быть, скорее всего. Опа! Да, я знаю, он любит электрошокер. Он уже давным-давно его полюбил. Ай! Ага. Ага. Ай! Он пока не может допереть то, что вот эти нажимные плиты поджигают. Ага! Не-не-не-не-не-не-не. Я нечаянно, я нечаянно. Как мне нравится его троллить. Ага. Ай, 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 да, 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 еще электрошокером может получить. Вот так, да, нормально, в принципе. Жалко, у меня стрел нет. Я бы на самом деле прямо сейчас бы выстрелил ему в лицо вот этой ракетницей. Но я оставлю на десерт это. Опа, он пробрался. Так, здесь закрыто. Закрыто. Смотри, смотри. Золотые монеты. Золотые монеты, бесплатные золотые монеты. Опа, плюс одна, там еще одна. Вот, она ведет туда куда-то на крышу. Ага. Быстрее! Ага, вот еще одна. Я в невидимости? Да, он меня не видит. Еще одна. Опа, забирай, 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 забирай. Угу. И пока он топает вот туда, я уже перезаряжу свою ракетницу. Ага, ага, ага. Опа! Ну что, ты попался? Прощайся с жизнью, сволочь криминальная. Фу, разлетелось здесь все на кусочки. Жалко, у меня нет второй ракеты, чтобы наверняка здесь все взорвать. Ну что ты, воришка? Смотрите, похоронили его заживо. Ну, чтобы прям точно. Ай, 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 ага, так. Так, так, знаете, как в Бедварсе люди застраивают свои кровати? Также я здесь закрою вот этого... Опа, воришку. Мне кажется, он 100% уже отсюда не сможет выбраться. Все, замечательно просто. А, покойся с миром. Спасибо большое. Только картину он мне так и не вернул, сволочь сутулая. Что мне сейчас делать, а? Такая красивая картина. Ладно, ничего, распечатаю еще одну на принтере. Третья серия защиты дома. Сколько можно от этих бандюганов защищаться? Я еще раз тебе скажу. Давай мы наберем с тобой просто огромную армию, чтобы никто больше никогда не смог забраться в мой дом. Подпишись на канал прямо сейчас. Чем нас больше будет, тем больше будет сжиматься вора одно место. Жим-жим будет делать, и он просто не сможет забраться в мой дом, потому что ему будет страшно. Ну, ждем следующую серию. Надеюсь, что он оттуда не сможет выбраться. Спасибо тебе огромное за просмотр. Всем удачи и всем... Электрический разряд по одному месту, кто лайк не поставил. Все, пока.